Нам нужен с вами рывок. Вот что нужно. И нужно это обеспечить. Один из наших коллег в одной из арабских стран, бывший министр нефти, он как-то сказал, каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому, что появились новые технологии. Вот они появляются в мире. И тот, кто опоздает в этом соревновании, он мгновенно, я хочу это подчеркнуть, во всяком случае, очень быстро попадет в полную зависимость от лидеров этого процесса. Россия не может ни в коем случае этого допустить. И главное, что у нас есть все шансы, все возможности. Но для того, чтобы обеспечить вот этот рывок и прорыв в будущее. И модель управления. Нужно поменять модель управления. Мне кажется, что у нас есть хороший шанс серьезно вырваться вперед. Давайте мы с учетом того, что сегодня услышали от коллег, поправим в плане, предложенном правительством, примем этот план и будем напряженно работать над его реализацией. Спасибо большое.